Доброго времени суток, уважаемый зритель! В данном видео будет показана работа образовательного приложения «Тесты по русскому языку». Сразу же после запуска приложения появляется загрузочный экран, на котором написана информация о разработчике приложения. После загрузки появляется главное меню, содержащее задания различных категорий. При выборе какого-либо задания автоматически собирается список вопросов, которые поочередно будут выводиться на экран. Перейдем к первому заданию – постановка ударения. Здесь необходимо выбрать, верно или нет поставлено ударение в слове. Сделать это можно, нажав на соответствующую кнопку внизу экрана. Тест завершится после ответа на 10 вопросов, выбранных в произвольном порядке. При неверном ответе на вопрос на экран будет выведен правильный. За каждый верный ответ начисляется 1 очко, за ошибку вычитается. В конце теста можно узнать, какое количество очков набрал пользователь, а также сколько ответов он дал верно. Просмотрим задания других категорий, суть которых заключается также в выборе определенного варианта ответа из предложенных. В любой момент пользователь может нажать на кнопку «Завершить тест» и увидеть количество очков, которые он набрал к этому времени. Существуют также задания, суть которых заключается в написании правильного ответа в соответствующей строке. Рассмотрим это на примере задания из категории «Лексические нормы». На этом все. Благодарю за внимание. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете русский язык.